Всем привет из Гоа! Вы на канале «Релокация путешествия». Я получил наконец-то боковые сумки для своего багажника на электровелосипеде. В общем-то, вместе с вами сегодня устанавливаем, обкатываем, смотрим, стоит ли того и что это вообще такое. Поехали! Вот такие две сумочки. Пока кажется, что они маленькие, но мы их поставим, посмотрим, большие они или небольшие. Но мне нужно убрать свою корзину, которую я здесь установил. Сейчас ее сниму и будем монтировать сумки. У меня установлена корзина, значит, на таких стяжках. Я их сейчас всех сниму. И монтируем наши сумки. Прям аккурат сразу же это все легло на багажник. Все это хозяйство сейчас буду крепить. Что, друзья, вот такие вот сумки. Сейчас посмотрим, что в них влазит. Хорошие замочки. Двойные замочки сделаны, чтобы вода в них не попадала. Вот такая огромная штука сюда влезла. Водичка обязательно на жару должна быть. Вот такая вот сумочка за 1320. Я считаю, это просто отличный вариант. Сейчас мы попробуем на нее сделать сразу же и дождевик. Вот так вот закидываем. Застегиваем. Все новенькое, все классно. Это не реклама. Это личный опыт. Так вот сделали. На вторую сумку идет точно такой же дождевик. Шикарно. Открываем, что здесь. Здесь у нас здоровая коробка от G-Yuna. И наш дождевик. Закрываем. Самая главная фишка этих сумок, их нужно развешивать, чтобы у них была одинаковая масса, вес заложен. То в правую, то в левую. Видите, их немножко перекашивается, то есть больше находится груза. Все, одну с другой цепляем здесь. На липучках, вот смотрите, вот таких. Раз липучка, два липучка между собой дополнительно. И все, можно ехать в дождь, и снег, и всяко разно. Я считаю, что это отличная покупка для путешествий по Индии. Будет в самый раз. Сумка фирмы JR Golden Rider. На защелках. Здесь дополнительный отсек для чего-нибудь. Хорошие замки. Наконец-то они начали делать хорошие замки. И здесь хорошо все прошито. Ну что, поехали в путешествие. Такой небольшой обзор получился, а я уезжаю дальше путешествовать.